Комиссию ПЧС собрали после последнего визита туда главы города Анатолия Пахомова. Одна из стен рыбзавода рухнула, и здание уже стало создавать реальную угрозу для отдыхающих пляжа «Чайка» в Адлере. В тот же день по просьбе мэра прокуратура потребовала от собственника рыбзавода принять незамедлительные меры по недопущению причинения вреда здоровью и жизни граждан. Районная администрация направила документы в Следственный комитет для проведения проверки. Напомню, что рыбзавод не работает уже больше 15 лет, и собственник не принимает никакого участия в решении вопроса с аварийным зданием. Обязали собственника данного объекта, чтобы в течение 5 дней они немедленно приступили к сносу объекта. Если собственник не приступит самостоятельно к сносу, было принято решение о выделении дополнительных средств из резервного фонда. И будем сносить за счет администрации города. После эти деньги будут взысканы с собственника, который, кстати, последние годы проживает за границей и уже на днях должен приехать в Сочи на встречу с главой города для решения в том числе вопроса с дальнейшей судьбой этой территории.